Распознать разлучницу по знаку зодиака. По своей природе люди – хищники. Кто-то охотится за карьерными успехами, кто-то выслеживает свою любовь. О разлучницах и опасных соперницах многое могут сказать звезды. Мы уже рассказывали, кто главная разбивательница сердец по знаку зодиака. А теперь проведем гадание на соперницу и вычислим, каких знаков зодиака стоит опасаться. Овен. Женщины-овны, когда хотят добиться своего, действуют тихо, из-под тишка. Именно они и приголубят, и пожалеют расстроенного мужчину. При этом соперница не только даст мудрый совет, но и обведет вокруг пальца уязвимого мужчину. Овны по своей натуре психологи. Будь с ними осторожна. Старайся не посвящать их в свои секреты, особенно касающиеся личной жизни. Чтобы не сделать даму, которая родилась под созвездием Овна, своей соперницей, говори ей комплименты. Лесть затмит ей глаза и сделает неопасной для тебя и твоего счастья. Телец. Это роковые женщины, имеющие утонченный вкус. Они коллекционируют предметы искусства, книги, красивую одежду и мужчин. Действуют эти разлучницы изощренно. Они плетут свою паутину и терпеливо ждут, пока кто-то попадется в их сети. Для тельца преданность мужчины своей избраннице – это сродни вызова, чтобы его увести. Поэтому с такой подругой стоит всегда быть начеку. Близнецы. Близнецы подобны древнегреческим сиренам. Они коварны, льстивы и по-настоящему опасны. Хотя поначалу соперницы очаровательны и привлекательны, так они заманивают в свои сети наивных мужчин, как в античных мифах. Но к новым жертвам интерес у близнецов недолог. Достигнув своего, они быстро переключаются на новые цели. Рак. Перейдем к следующему знаку зодиака в нашем гороскопе на соперницу. У раков-разлучниц интересная тактика. Они ведут себя, словно маленькие кошечки, которых так и хочется приласкать и пожалеть. Мужчины рядом с ними чувствуют себя сильными, важными и нужными. Чтобы превозмочь такую соперницу, заставьте ее показать свое истинное обличие, хладнокровие и коварство. Лев. Как настоящая царица животных, женщина, чей знак зодиака лев, ведет себя помпезно и с царским размахом. Их цели – сильные мира сего. Богатые, успешные и умные мужчины. Поэтому, если не хотите превратить подругу льва в соперницу, избегайте частой похвалы своего мужчины. Умолчите о том, что его повысили на работе. На миг забудьте о покупке новой машины. Так вы не накличете беду на свою семью и избежите появления разлучницы. Дева. Отличительная черта дев – их невероятная правильность, законопослушность. Но до поры до времени. Лучше не злить и не искушать дев, чтобы не нажить себе врага и коварную соперницу. Девы преуспевают в манипуляциях, интригах и сплетнях, а подчинить своей воле другого человека для них ничего не стоит. Стоит деве влюбиться, она уже ни за что не выпустит из своих цепких лап избранника. Весы. Внешне весы совершенно спокойны и уравновешены, поэтому часто ты и не подозреваешь, что перед тобой опасная соперница. Ее мотивы скрыты, поэтому раскусить такую штучку можно далеко не сразу. Как справиться с такой соперницей? Воспользуйся ее слабостями. Весы терпеть не могут открытого выяснения отношений. Поговори с ней напрямую, без обиняков, и тогда ты наверняка распознаешь ее скрытые мотивы. Скорпион. Фатальные особы. Решительные и алчные – все это про скорпионов. Такие женщины быстро входят в доверие и без зазрения совести пользуются этим. Они приручают всех вокруг, как маленьких зверьков, и мужчина не успеет их глаза моргнуть, как уже сделает ей предложение. Если тебе не повезло, и разлучницей оказалась именно дама, рожденная под созвездием скорпиона, выбери тактику бескорыстной и доброй женщины. Это ударит по слабому месту соперницы, которая так любит деньги. Стрелец. Стрельцы знают, как привязать к себе мужчину навсегда. Это умные соперницы, которые не действуют в открытую. Они ценят себя, поэтому не вешаются на шею всем подряд. Опасность в том, что мужчины уходят таким добровольно. Слабое место разлучницы в том, что она помешана на контроле. И если мужчина попадется в лапы женщины-стрельца, то скоро окажется под каблуком. Поэтому ты должна стать надежной партнершей и подругой своему избраннику в противовес алчной разлучнице. Козерог. Для женщин-козерогов самая большая ценность –
– это свобода. Поэтому если она и привязывается к кому-то, то ненадолго. Потом ее снова тянет путешествием, новым знакомствам и чувствам. А когда козерогам надоедает эта вольная жизнь, она снова возвращается в свое гнездо. Поэтому поиск нового партнера для таких соперниц – образ жизни. Сами же они никогда никого не отбивают, не позволяют гордость. Водолей. Водолей – это женщины-подруги. Именно таким доверяют тайны мужчины и жалуются на своих жен. Дальше такие отношения редко идут. Водолеи не согласны на роль третьей лишней. Тем не менее, мужчин так и тянет к этим женщинам. Все потому, что они умны и эмпатичны. Лучше держи подальше подругу водолея от своего мужа. От греха подальше. Рыбы. Пальму первенства в гадании на соперницу по праву отдаем рыбам. Это гипнотические женщины, тонкие психологи, чуткие собеседницы. В глазах мужчин эти творческие особы невероятно привлекательны. Для тебя выгодно то, что соперница рыбы быстро устает от стабильности и несется изо всех сил навстречу новым чувствам. В каждой женщине есть чуточку лукавства, надежно спрятанное коварство и любовь к интригам. Будь осторожна со своими подругами, чтобы не потерять семейное счастье. Друзья, право верить звездам или нет, оставляем за вами. Не забывайте про подписку, лайки и комментарии. Всем спасибо!